Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» проверили, как продвигается ремонт внутриквартальных дорог в поселке Городок 17. Подрядная организация должна обновить в общей сложности более 1000 квадратных метров дорожного полотна, уложить бордюры. Сейчас работы находятся в начальной стадии. Кроме того, депутаты проверили, как по требованию жителей провели кронирование деревьев у дома номер 22/2 по улице Городок 17.